почти через 2,5 месяца телеграммы останутся в прошлом. Но пока почтовые голуби все еще летают, мы выясним, сколько времени и денег это требует сейчас. Найти место, где предоставляется услуга по отправке телеграмм, оказалось непростой задачей. Но все же после хождений по отделениям почты и телефонного провайдера мы отправляемся на Екатерининскую, 37. Здесь нас встречают приветливые сотрудники. Они предлагают бланк, время придумывать текст телеграммы. Не привыкшие к отправке телеграмм, берем бланк в руки и только потом вспоминаем, что каждое слово – это деньги. Интересуемся нынешними расценками, но оказывается, теперь количество слов на сумму не влияет. Одна телеграмма – 300 гривен. Сейчас не зависит, сейчас сумма 300 гривен за любое количество слов. Даже не могу сказать, с чем связано, но тем не менее, вот в этом месяце было очень много телеграмм. Эксперты по коммуникациям объясняют, что высокая стоимость телеграммы связана с обслуживанием технической системы. Спрос на услугу уменьшился, но надобность платить зарплаты сотрудникам не отпала, так же, как и следить за состоянием сети. Если технология несет какую-то ценность, она будет сохранена. Телеграф ценности, как вы сами убедились, вот для обычных потребителей, людей, таких как мы и вы, даже те же бабушки, дедушки, уже не несет, потому что он стоит бешеных денег сейчас. Содержать всю эту сеть людей, которые владеют технологией, тоже накладно. И технологически не нужно, потому что надо поддерживать эту технику в рабочем состоянии. Мы же смирились с тем, что придется распрощаться с 300 гривнами. Сотрудница компании передает сообщение телеграммы по телефону. Исторично подія, друзі. Друзі, остання телеграма. ТК репортер. ТК репортер. Без ничего. 300 гривен заплатили, текст надиктовали. До места назначения нашей телеграммы всего 4 километра. Сказали, что сначала отправят ее в Киев, а затем вернут в Одессу. Займет около недели. Потому что пункты передачи закрыли. У нас выходит только вот 2 города, в которые она попадает. Вот когда мы диктуем телеграмму, она попадает сразу в Киев. Вот, и еще одна точка есть, и все. Поэтому выходит, когда отправляют ее, она колесит немного. Но эксперты утешают, окончательно и бесповоротно в историю телеграмма не уйдет. В некоторых сферах она все же продолжит жить. Военные до сих пор будут использовать его как самый простой и самый, надежный способ передачи данных в случае, если другие источники связи и коммуникации не работают, средства связи. Соответственно, телеграф может быть электрический, то, к чему мы привыкли, а может быть и визуальный, световой. То есть до сих пор корабли друг другу сообщения могут передать при помощи специальной фонаря, который просто там закрывается, открываются шторки и передается сигналами Морзе, азбукой Морзе передается сообщение. Но если речь идет о почтовых телеграммах, то они сегодня стали скорее оригинальным способом поздравить своих близких с праздниками. Старшее поколение также перешло на телефоны. Очень давно праздничное поздравление получали, особенно если с днем рождения поздравляешь, было очень приятно и получать, и отправлять. Потому что некому, сейчас в основном по телефону все связь мобильная. Мы отправили телеграмму во вторник, но состоянием на субботу она пока не пришла адресату. Как знать, возможно, она станет одной из последних внутригородских телеграмм в истории. Вероника Годяцкая, Григорий Евич, телеканал «Репортер».